И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это новое выживание в игре Conan Exile. В дальнейшем, как вариант, буду говорить Conan так легче. Вот, в общем, давно не было каких-либо выпусков, записей. Очень тяжело было себе настроить на записывание чего-либо после долгого отдыха. Ну вот, но решил, что давай вот или сегодня, или еще через неделю. Решил начать записывать. А там уже как пойдет. В общем, решил пройти игру. Ну, как вы знаете, в Конане есть концовка. То есть вы снимаете браслет и проходите игру. Можете потом продолжить, но не в этом суть. Установил моды, это изменить вид. Потом покажу во время игры. Это стаки. Это... уи. Ну, то есть, это ХП, бана, выносливость. Это вот это все, короче. Карта. Это структура дополнительная, не знаю, буду использовать, нет. Ну и левел 135+, написано. Ну, в общем, это для того, чтобы я мог прокачать абсолютно все. Абсолютно все в плане статов, и вроде бы даже все постройки могу изучить. Поэтому заходим в новую игру, потому что старая это была тестовая. Включите ночной режим. Буду играть. Цивилизация, конечно, заманчива, дикари это перебор, поэтому будем играть в упадок. То есть, сложность нормал. Я с игры помню... Ну, помню хорошо. Знаю, что нужно рабов томить и все в таком духе. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Также, пока я не снимал, я пытался придумать концепт, какой я сделаю. Постройки, потому что здесь постройку нужна не простой домик. Давай, прогружайся. Во, все прогрузилось. Здесь нужна постройка глобальная, то есть здесь реально можно, в общем, приручать кучу рабов. И уже, соответственно, так, хайборийцы, во. Я всегда выбираю, точнее выбирал, назовем это так, где, вот, хайбарийцы. Почему их? Не знаю. Но религия Митра мне нравилась, а это Митра, главный бог хайбарийцев. Ну, пускай будет. Вот примерно так я и выбрал свое плюс-минус. Да, вот так это будет. Голова чаще всего я выбираю стандартный. Единственное, что я выбираю цвет, если не ошибаюсь, вот так вот. Цвет кожи остается также. Здесь выбираю цвет. Так, тени век. Вообще убираю. Вот, примерно так вот я обычно выбираю. То есть здесь вообще, зачем я в эту вкладку залез? Алло, закройся. Особенности тела. Да, здесь есть выбор. Нагота и так далее. Это игра, где просто реально есть нагота. Как в Расте примерно. Вот, ну, здесь в одиночке чаще всего это все дело отключено. Рост средний. Телосложение, это мы выбираем мускулатуру, то есть тоже, вот это обхват груди, то есть тоже как бы смысла в этом нету. Достоинство, это там уже, когда есть нагота, то есть нагота, она отключена, так что пофигу в этом плане. Так, подожди-ка назад, единственное, что... вариант головы... А, да, вот это вот я обычно и выбираю. Так... Персонаж готов. Совращение малолетних. Разрушение собственности. Что-то я даже за такого персонажа-то играть не хочу. Редактировать. Слушай, нет, давай нового создам. Что-то по всем трем параметрам это вообще даже близко не оно. Хм.
Но вот это уже даже больше на меня похоже, особенно последнее, подстрекательство к восстанию. Но только не к восстанию, а я любил подстрекать людей не работать, когда нам не платили зарплату в, одну, в один период. Зато зарплату стали платить. Ну, неважно. Подтвердить. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead man. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines. I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead man. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Вот такое вот начало. Не знаю, решил показать вот этот ролик вступительный. Честно, я его смотрел раза 3-4, может, учитывая, сколько раз я запускал игру в целом сначала. И, ну, немножечко показательно все-таки, что, как, да, где. Ладно, не суть важно. Карта в правом нижнем углу, слева сверху у нас все показатели, то есть здесь изучение что-либо, характеристики, таланты и так далее. Что же сделать, прокачать в первую очередь? Урон, который наносите. Для провара. Живучесть, максимальное здоровье. Это урон, который наносит. Ага. Выдержка, дает максимальный запас. И мастерство. Давай, наверное, первое все-таки мастерство будем качать. Потому что нужно. Это все-таки будет в первую очередь что-то где-то как-то. Я когда запустил, после долгого, так сказать, отсутствия в игре, смотрю, здесь... О!
Прикольно. Я что-то не помню. Хотя такое ощущение, что я уже заглядывал, но я уже забыл про это дело. Один раз такое было. В общем, немножечко халявы вначале дают. Да, бурдюк, конечно, это хорошо, потому что... Как бы я помню, когда я первый раз играл, для меня создать бурдюк было это некое какое-то приключение. Сейчас, конечно, легче в этом плане. Я уже знаю, что как где по игре. И в этом плане, конечно, уже полегче. Но когда я зашел, увидел вот это вот, это, конечно, да, я немножечко офигел. Кстати, там же была книжечка. Где-то должны быть ли быть бумаги или не здесь. Я не помню, дадут за них опыт, не дадут за открывание вот этого всего дополнительного. Очень удобно в Конане то, что он может лазить по всем выступам, уступам и так далее. Это очень удобно, это тебе не чертов арк, потому что это прям очень удобно. Когда в арке ввели альпинистскую кирку, я прям не знаю, это прям было что-то с чем-то. Здесь же ты изначально, то есть, подходишь к какому-нибудь выступу, прыгаешь на него, и вот ты уже можешь ползти. Очень удобно, тратит выносливость, управление, конечно, не очень, но это лучше, чем ничего. Это лучше, чем когда ты стоишь, вот камешек вот примерно вот такого вот высоты, и как бы теоретически ты можешь туда залезть, а по факту ты даже запрыгнуть не можешь, это я про арк. Здесь такой проблемы нет, это хорошо. В целом, локация вот эта, ну, изначально немножечко изменилась с того момента, как я в нее играл, ну, начал играть первый раз. Она прям сильно изменилась, я бы так сказал. Кстати, по звуку, если что, сорян. Там что-то, если со звуком не так, то я потом это изменю уже только в следующей серии. Потому что я без понятия. То есть настроить звук, это прямо здесь очень сложно. То есть это надо реально записать всю серию, чтобы все это дело настроить. Это можно уже выбросить. Это вот открыл, прочитал, журнал и хватит. В общем, звук настроить только, можно только, когда ты всю серию запишешь. И уже это... Просмотришь ее, услышишь все звуки, и тогда уже это... Но два раза начинать, это точно не мое. Вот, добрались наконец-то, точнее выбрались из пустынного биома. Очень замечательно. Так. Палки есть, я могу состряпать... Нет, не колун, топор. Да, теперь по сравнению с, вообще с первым выживанием, я знаю, что такое колун, знаю, что такое этот скорняка нож, то есть вообще прям, ну, можно так сказать, много чего знаю в сравнении с тем, что было раньше, и это прям, это далеко не первое выживание, тут сразу же это видно заметно. Да, сразу заводим немного ресурсов. Вот, получили еще левел. Качаем мастерство. Во-первых, качается грузоподъемность. Кстати, от силы грузоподъемность тоже качается. Раньше такого вроде как не было. Но инструменты изнашиваются в два раза медленнее. Голод и жажда усиливаются... А, ну еще голод и жажда тратится меньше. То есть тоже как бы неплохо. В общем, на начальном этапе это прям must-have. Да... Можно качать силу, допустим, идти воевать со всеми и так далее, но, камон, мы же не воины, мы добыватели. Поэтому для нас это вот куда важнее. Здесь стаки, как я уже сказал, не стоят, это очень удобно, очень помогает. Так, давай сделаем пару повязок обязательно. Они точно пригодятся. Немножечко горсть насекомых захаваем, чтобы восстановить немножко голода. Сейчас выйдем к воде. Кстати, вода, а здесь есть? Ага, там внутри вода была, это хорошо. Так, да, так мы собираем насекомых.
Надо добыть немножко камня. Статоры какие-то появляются, но эта карта еще прогружается. Я ссылаюсь пока что только на это. Потому что другого объяснения нету. FPS вообще не прыгает никак. У меня стоит ограничение FPS на 60. Потому что больше и не надо. Можно от первого лица бегать. Кстати, намного удобнее, нежели в арке. Вот я в инструмент в руках. Ты собираешь траву. Не надо убирать инструмент, это очень удобно. Без шуток, я когда вот это вот нововведение увидел, я... Прям реально, ты... Первая мысль, это лучше, чем в арк. Так, единственное, что... Я настройки управления не поменял. И мне нужно сделать быстрый доступ вот это, быстрый доступ вот это, быстрый доступ вот это. Для чего? А чтобы было удобнее. Кстати, да, сейчас здесь появились какие-то испытания. Я без понятия, что за испытания. За них дают опыт. Появился боевой пропуск. Напишите в комментариях, если что-то знаете про вот это вот и все. Покупать я, естественно, ничего не буду. Здесь можно купить за вот монеты Крома. Монеты Крома — это донаты, все в таком духе. Я это ничего делать не собираюсь. Ну, как бы, я купил игру, и мне этого достаточно. У меня даже DLC-шка, если не ошибаюсь, куплена. А, ну да, там второй остров есть, так что DLC-шка у меня тоже куплена, так что этого достаточно, я считаю, чтобы... Как-то что-то где-то. Всякие боевые пропуски, да, это поддержка разработчиков, но извините. Хотите, чтобы вас поддерживали, выпускайте новый контент, а не боевые пропуска. Это отвратительно, я так считаю. Это касается абсолютно всех игр, кроме фритплейных. Почему я так считаю? Ну, потому что ты и так там типа бесплатно играешь, поэтому... Поэтому это нормально. Так, я в основном играю через кинжалы всегда. Поэтому состряпаем себе кинжалы. Опа, чё? Точно! Так, погоди. Стой, не хилять! Куда побежал? Так, надо было, наверное, все-таки сначала кинжал сделать, да? Дебилёхоньки. Дебилёхоньки! Подожди, братан, подожди! Да, я получил уровень. Это здорово! А подожди ты! Дай кинжал хотя бы сделаю. Так. Погоди. Ага, вот они. Тупанул? Это ж топор обычный, а не... Ага, он отхилялся уже. Ну, бог с тобой. А вот что, у вас тут двое? А, чё? Ай-яй-яй-яй-яй. Любитель зажать сам себя. А теперь ты умираешь. Нет! У тебя кровотечения нету! Окей. Минус один. Живы будем, не помрем. Перевязка. Да уж, ну я, конечно, могу. Так, давай скорняка тогда сделаем пока. Так, ты давай хиляйся. Скорняка. Да и колонн тоже давай сразу сделаем, пока есть такая возможность. Так. Скорняк это на кожу разделывают, колонн это на мясо. Ну, от скорняка, как видите, немножечко мяса получаем, и то уже хорошо. Так. Угу.
Так, тоже неплохо. Детеныши можно собрать, детеныши можно выращивать, поэтому мне они сейчас вообще ни к чему. Так. Вот с тебя мы заберем кожу на мясо. Мелкая дичь. Червяков можно больших хотях собирать, и это будет очень удобно в плане, есть, не ошибаюсь, рыбалки, что ли. Кстати, рыбалка. Тогда мне надо будет строиться где-то около воды. В общем, пока я не записывал, у меня был некий концепт. Придумал я, значит, постройку. Но уже даже в конструкторе его состряпал. Плюс-минус, как это будет. Тут снова открываю всякие арты. Вот, кстати, будущие рабы. У них разные левела есть. Так. Отлично. Тихо. Ах ты ж собака! И он сдох от кровотечения. Сделал он выпад. Кстати, сейчас посмотрим. А у меня после смерти лут теряется весь? Да, лут теряется, значит бежим восстанавливаться. На точку смерти. Если открыть карту, мы видим точку смерти. На мини-карте, как видите, мы тоже ее прекрасно видим. То есть с этим вообще проблем нету. То есть мы всегда можем вернуться на место. И... как бы без проблем. Так, понятно. Оглядываться я не могу. Вроде как. Ну, это все фигня. Благо, здесь точка смерти очень близко. Как говорится, без смертей играть в эту игру не получится все равно. По крайней мере, у меня. А пока что. Да ты серьезно? Я ж еще это, того, это, того, туда-сюда. Вот, а теперь давай сюда иди. Ты, что такое? Со своими... Да твою мать, а! Я сегодня лут весь заберу свой. Ну, лут-то я свой забрал. Попытался еще сагрить их на вот этих вот, но что-то они их разобрали. Долбаные копья! Так, ну, вот это копье мне, конечно, немножко нравится. Особенно ее комбинация этого копья, особенно если попадаешь в эту комбинацию. Это просто ужасно. Я еще тут просто пытался с этими со всеми провоевать еще фиг знает сколько. Но я больше не помер. Это уже хорошо. Да, трупаки можно также разделать. Как бы это ни смешно не звучало. Получаешь шкуру с них. Со всех этих трупов. Ну, человечину можно сразу выкидывать, она нафиг не нужна. Хотя там вроде бы что-то с нее можно было как-то делать, что-то с ней. Со своих трупов можно добывать только с последнего. Это сделано специально, чтобы не... Опача. Не фармили кожу. Насколько... О, ну, шкуру. Насколько я помню, была такая фигня, типа, стояли на базе, помирали и фармили шкуру. То есть, ну, как бы, это на серверах было такое дело, насколько я помню. Насколько это точно именно из-за этого, черт его знает, но говорили это примерно вот за такую фигню. Так, крокодильчиков, давай-ка лучше вот так туда, на шкуру рептилий.
Еще тут несколько тропиков. Трупиков. Да, что-то, короче, они это... По материи в этот раз. Может, какой-то из модов на левел... Точнее, мод на левел добавляет, что они такие жесткие становятся. Я не знаю, но обычно они какие-то, это, дрыщавые. Да и не трое их здесь было. Около скалы вон то никогда его не было. А тут каждый раз, как не перехожу, так спавнится обязательно. Хм, черт его знает. Ну, в общем, бог с ним. Самое главное, что выжили. Уже хорошо. Нужно будет обязательно... Так, давай отхиляемся. Нужно будет обязательно найти место под постройку. Где конкретно я буду строиться, я без понятия. Мир огромный, но я бы хотел бы вот где-нибудь здесь. Почему здесь? Зелень. Вокруг зелени много. Я ненавижу вот эту пустынность. Ненавижу зиму, ненавижу пустынность. Это однообразие цветов. Да, кто-то скажет, зелень это тоже однообразие цветов, но я лучше на зелененькое посмотрю. В общем... Твою мать, это что там, босс что ли? Добрый вечер. Ага. Че, дурной? Вот и беги помедленнее. Сказал, помедленнее беги. Точно, это босс? Ага, сейчас. А я парасете. Оп. Ну не кисло ты так ударил. Тихо. Не-не-не-не-не, братан, подожди. Обожди. Не спеши. Ага. Ты, конечно, красава, но... Ой, не, короче, давай вот без этого. Не-не-не-не-не, давай вот без этого, да? Вот как-то вот это, того, туда-сюда. Ага. Да не было тебя здесь никогда. Я пару раз это... Ну, чтобы вспомнить ходьбу... Эти настроить кнопки. Кстати, кнопки все равно расстроились почему-то. Заходил сюда. Да не было тебя здесь. Камон. Почему этот мир жестче стал? Я играл еще не на легком. Я играл именно вот на среднем. Почему так жестче стал? Я точно средний выбрал? Я точно не жестче? Сложность. Давай, короче, без этого. Ага. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ага. Вот как... Так я не помню, чтоб он там был. Я знаю, что они спавнятся где-то в других местах, но не, ну не в этом месте. Ну, камон. Бежит до сих пор, а? Ты посмотри на него. Вот. Давай. Махач. Ваншот? О! Фух. Исчез. Ну ничегошеньки, он так тебя-то разобрал. Так, ладно. Просто там НПЦ, с ним типа побазаришь, все дела, там что-то это... Что-то накидывается. Чувствую себя, как будто я играю в первый раз. Ничего не понятно, ничего не известно, идти куда-либо страшно. Так, вот, кстати, про что я говорю, то есть элемент доспеха, то есть я могу, вот один из модов делает скины, то есть я могу скин какой-либо, ну, допустим, мне нравится вот в этих рваных шмотках ходить, я накидываю их в раздел скина, и у меня будут как бы, они используются как скин, а по факту я в металлической броне буду ходить, ну, как один из вариантов. Так, и где же мне построиться? Если все так жестко, все так неоднозначно, точнее, однозначно жестко, где ж мне построиться? Так, отсюда добывается кора.
Но кора, походу, добывается киркой. О, вес! Вес-вес-перевес! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Суп из себя. Ага, точно. Ачивку выполнил, отлично. Так, давай это выкинем. Ага. Это выкинем. Это я свой труп разделывал. У меня тут появилось, это я прекрасно помню. Так, зачем мне двойные? Стрелы, серебряная монета. А ты-то откуда, какой мод добавляешь? Да вроде модов нету. Окей. Так. Что мне нужно сделать? Это просто сумбурность. Меня обескураживает. Назовем это так. Так, для начала нужно найти дом. Вот по факту. Протуши мясо. Мясо портится. Точно, мясо портится. Так. Так, а что у меня занимает много веса? Ты 10, ты 25. Дерево у меня занимает много веса. Давай вот это выкинем. И немножко освободим себе вес. Как ни крути. Шкуры еще нифига. У меня шкуры-то сколько? Шкуру давай тоже выкинем. Почему? Потому что она нафига она мне нужна. Сейчас. Мне сейчас нужно бегать. Быстро. Так, алоику бы собрать. Потом еще бы алоэ надо выращивать. Так, там я видел, тусуются чуваки. О, алоика. Для чего нужно алоэ? Чтобы сделать бутыльки. Как говорится, повязки хорошо, но алоика лучше. Восстанавливает, если не ошибаюсь, больше. Но, что самое главное, быстрее. Даже если в столько же, то быстрее. Это уже хорошо, и это уже огроменный плюс. Одно точно могу сказать, тут чертовски небезопасно. О, подожди, не, нифига, мне нужно что сделать? Мне нужно спальник сделать. Обязательно несколько спальников сделать. Для чего? А чтобы идти потом меньше, когда я сдохну, скажем так. А я сдохну, я обязательно сдохну, поэтому... А, о, о, травяное ложе. Это нужно вот это. Кстати, сейчас прикольно сделали. Они автоматом создаются предметы, которые... То есть, вот, допустим, травяные ложи. А, сорметная подстилка. Вот она, что мне нужно было. Сорметная подстилка. Так. Давай сделаем 3. Ну, суть, короче, в чем? То есть, если нужен, требуется какой-то предмет, да, допустим, вот, то бечевка, то она автоматически, эта бечевка создастся. Так, и где? Ага, вот она, сорвета подстилка. Давай ложим ее сюда. А, если что, тучу подстилок, если не ошибаюсь, нельзя делать. То есть, если я сейчас вот здесь положу, да, та исчезает автоматически. То есть, это точка возрождения. И, соответственно, ну, просто бежишь и расстилаешь их, это норм тема. Кстати, а сколько ты весишь? Вес 2. Сейчас надо вернуться за кожей, за шкурой. А, нифига, шкура исчезла. Ну и бог с ним. Ну, то есть, это хорошо в том, что все это дело исчезает. В том плане, что все-таки локалка, как ни крути. Иначе меньше будет засираться. Кстати, домик появился 20%. Вот здесь где-то пробежался, и 20% домик появился. То есть, типа, укрытие... А, точно, здесь же есть буря, и там укрытие нужно будет от них искать. Бури, ёпарасоте. Ну ладно, выживем как-то. И, кстати, да, из-за того, что я вспомнил, что здесь набеги есть и так далее, я именно из-за этого концепцию немножечко своей постройки своего здания немножечко изменил. И буду делать немножко по-другому, потому что вариантов-то немного. Кстати, скорняк. О, жажда.
Жажда — это плохо. Использовать, попить. Так, а чё у нас собирает траву? Это горсть насекомых, это не то. Растительные волокна. Это горсть насекомых, это не то. А, серп, наверное, какой-нибудь, да? Кстати, да, я немножко силы все-таки вкачал двоечку. Так, вот теперь уже будет легче. Так, вот здесь, наверное, выживание. Изготовитель кровати, но это мне пока что ни к чему. Факел, ну хотя бог с ним. Мачки же есть, почему бы и не изучить. А где у нас инструменты? А, серп появляется только железных инструментов, все ясно. Ясно. Пока что собираем все ручками. Ну, тоже вариант такой хороший. Да, здесь нужно оглядываться по сторонам обязательно. О, подожди, это просто обычное растительное волокно. О, прикольно. А я думал, это что-то типа алоэ. А алоэ все-таки вот такой маленький только. Только. Слишком много только, говорю. Нифига себе серия, как долго идет. А, ну хотя, да, я 10 минут всякую фигню балаболил, еще видосик показывал. Точнее, вступительный ролик. Так что ничего удивительного, что поиграл ничего, а уже времени прошло дофига. Так. Все-таки надо бы где-нибудь, наверное, построиться. Но я не хочу просто так строиться где-то наобум. Без шуток. Надо бы где-нибудь построиться, чтобы хотя бы были... Место для укрытия, что ли? О, чуваки на горе стоят. Мне вы нафиг не нужны. Я маленький и дрыщевенький пока что. Так что вы мне не нужны. Не, все-таки я вот так наобум строиться не хочу. Не буду. Просто всеми правдами и неправдами добежим уже до места. До красивого, скажем так, места. И там уже будем строиться. Это обязательно нужно, чтобы была вода. Потому что рыба будет ставиться. Ох ты какой жесткий! Ты чё такой жесткий, сильный? Вау! А ведь хотел кинуть! Тихо-тихо! Твою мать! Я все копья выкинул! Подбежал бить и это... По-моему, прекрасное окончание серии. Без шуток. О, подсилка так еще осталась. Здорово. А я думал, она одноразовая, как в Расте спальнике. В общем, короче, вот как-то так. Просто прекрасное окончание серии. Просто прекрасное. Ну, лучше, по-моему, уже не будет. О, ладно, на этом я уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.